Відкрита трибуна. Як ви ставитесь до класичної музики? Я дуже добре відношусь. Некоторі произведення дуже люблю. І вважаю, що кожен чоловік має свою чувствувати цю музику. Дуже позитивно. Потому что она, потому что классическая музыка очень благозвучная, и все, я не знаю, как-то так. Классической музыке положительно. Конкретно. Ну, иногда слушаю разную классическую музыку. Я, в принципе, меломан, слушаю разную музыку, поэтому без проблем. Ну, классической, в принципе, хорошо, но не слушаю. Предпочитаю другие виды музыки. Клубную, рок, русский рок. Ну, классической, как говорится, руки не доходят слушать. Отношусь положительно к классической музыке. Вообще классическая музыка мне нравится. Даже рингтон у супруги стоит именно классическая музыка. Ну почему? Учился в музыкальной школе, понимаете? Это как-то с детства привита любовь к этому, понимаете? Например, как люди больше всего любят Бетховена и Баха, мне нравился Йозеф Гайден. Почему-то не из-за биографии, а именно его музыка. Она была веселой, интересной, и на музыкальной литературе мы это проходили более так подробно. Поэтому, ну как-то, может быть, поэтому мне и нравится классическая музыка. Иногда слушаю дома. Ну, классическая музыка – это достаточно крутая штука, мне она даже нравится. Особенно, если ее переделать на современную, это вообще круто. Відкрита трибуна.